Всем привет. Чё, уже с болот вывожу, вытаскиваю металл. Ну, с делянок получается, надо вот такие болота переходить. Болото сейчас, как так смотрится, так маленькое, а болото самая большая часть вот там. Одну делянку нашел, так поковырял. Половину вот сейчас везу, еще столько же осталось, может больше. Станцию убрал, вот, там уже тоже был однажды, так рельс был большой такой, длинный. Думаю, резать в итоге. А вот дождь. Так не стал уже. Вот так вот такие. Пластины такие толстые. Ну что? Транк, шестеренка какая-то огромная. Штоки от этого. Вот это 4 большие, которые от цилиндра. Ну тоже какая-то, блядь. Круглая такая, еле поднял. Выйду. Дорога, во, вся в воде. Просто тупо вся в воде. Впереди еще 4 болота. Опа. Так, если труба толстостенная такая. Вот это не знаю, сучка реза, наверное, или что. Очень тяжелище такое. А вот это штока получается. Вот эти. Не знаю, как их называют. Это шток или что? Не шток вообще, но как их называются? Хрень его знает. Я не знаю. Знающие люди еще знаете. Там всякие хрени, вот штока у меня 2 тут. Там шестеренки, траки, всякая буйда. Вот тут у меня рунду, которая пол сделана, вот она тут полностью набита вот этими траками. Потому что дорога очень коварная. Иногда на бок, думаю, ляжешь. А центр тяжести сейчас получается снизу. Колеса я хоть накачал. Почти можно сказать очко. Ну то расплющилось немного вот. Так вот видно. Сколько весит, не знаю. Станция вот только 60 где-то. Такие дела вот. Дорога не айс, конечно. Начал. Тоже надо этим заниматься. Вездеходами, и этим надо заниматься. Но это же металлом вожу, скобера я коплю пока что. Ну, чтобы на крышу дома поменять. Купить надо будет. Так как шифер, некоторым все лопнувшиеся уже, и нахуй еще убрать уже старый шифер этот. 30-ка его радует. После того, как топливо поменял, сейчас едет хорошо. Ну, колеса вот для таких дел маловато немножко, казуски. По болоту, считай, сегодня 1-3 км в час ехал, когда обратно возвращался уже. Натяг, потому что на болоте просто вода. Как вот так видно, вот все везде вода, вот так же вода она там вся. Только в натяг. Если газовать, то можно и закопаться. Потихонечку, потихонечку. Главное, за там не на себе же тащить. Лучше, например, как же говорится-то, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Вот так вот. Вездеход работает хорошо. Свою работу делает. Ладно. Вот металлоискатель, там самый дешманский, 40-30, что ли. Пока не заработал на получше этот металлоискатель. На это все вот в этом удалось. В земле тоже. Стоянку нашли так. Нашли. Потому что нашли-то давно уже. А сейчас начали так копать. Топливо 20 литров ушло. Вот это заработаю, наверное. Как цена уже нормально станет, так может 1005 заработаю и минус 1000 рублей топлива. А, еще минус. Минус 1000 точно будет. Подшипник вот этот разбил. Колесо аж под боком стоит. Ступичный подшипник. Конец. Едешь, хрустит, скрипит. Как-то вот так. Волгобские мосты. Хорошо держат они. А, спасибо, кто посмотрел. Ну вот. Докатался. Сел, блокировок не хватает. Придется лебедиться. И вот такое бывает. Думаю, пролечу. А хрен. Одну яму, получается, проскочил. А вторую плюхнулся. Ладно, лебедиться и тащиться. Зачем технику ломать, когда можно лебедиться? Вот так вот, вот снизу все. Все собрал жизнь. Ладно. Работаем дальше.